купил своим детям игрушку металлоискатель Тесоро Сибола. Немного он использованный, но он как новенький. По нему даже не скажешь вообще, что как его он был пользованный. Он у нас в магазине стоит где-то $360, но он раньше 421, по-моему, стоил. Его продали за $70, это очень низкая цена. Сейчас у нас тут на огороде можно его как по первому разу испытать. Так, мы поставим этот дискриминатор на айрон, чуть-чуть выше айрона. Это поставим где-то около десяточки. Сейчас одной рукой. Вот так оставим его. Короче, sensitivity я выставил вот сюда. Так, что-то резкость она не хочет брать. А ну-ка вот за десяточку. Threshold вот сюда. Ну, и тут на айрон поставил. За мной следят уже. Сейчас пройдемся и посмотрим, если здесь... О! Что-то есть непонятно, или глубоко очень. Так. Это, возможно, или провод, или труба, то я копать там не буду. Посмотрим, есть у нас что-нибудь, чи нету. Итак, с этой Сиболой Тесоро компания выкапывал я вот эту вещь. Эта вещь вообще кусты надо обрезать, но мне нечем копать. И вот тут что-то запищало. И вот что мы выкопали. Так, как бы ее резкость на нее навести. Резкость не хочет наводить. Где она? Вот она. Калибр 40 Smith & Wesson. Пулька с пистолета автоматического. Это не револьвер, а автоматический пистолет. Так. Вот она. Нашли мы пульку здесь. Ну, моя первая находка у себя в огороде, где мы рентуем хату.